Всем привет, с вами Вячеслав Варфоломеев и обзор социальных сетей. И сегодня коротко начнем со самого страшного видео, которое только было на этой неделе. В Британии уничтожили Феррари и сняли это на видео. Изначально эту машину эвакуировали за неправильную парковку, но позже ее владельца Захида Хана обвинили в краже и мошенничестве со страховкой. И пока он собирал документы для спасения автомобиля, выяснил, что спорткар уже уничтожили. Уточню, что стоимость этой машины больше 280 тысяч долларов. Бизнесмен сказал, что с этим видео теперь пойдет в суд и будет требовать компенсации. Но вообще, кажется, этот чувак не особо торопился, когда собирал нужные документы, и я бы на его месте взял пример с вот этих уточек из Вьетнама, которые куда-то бегут. Ну, больше на этом видео ничего не происходит, но, кажется, больше ничего и не надо. А мы идем дальше. И если следующее видео вам не понравится, то сердца у вас нет. В Чикаго 15-летний подросток с тремя врожденными дефектами сердца узнал, что ему нашли, собственно, новое сердце от Чубаки. Костюм героя из «Звездных войн» надел врач этой детской больницы. Именно он некоторое время назад пообещал парню, что когда найдут сердце, об этой радостной новости ему расскажет никто иной, как Чубака. Кстати, мальчику уже провели операцию, и он идет на поправку. А сейчас будет то, чего, кажется, никогда не было на RTVI. Ну, по крайней мере, за то время, что я здесь нахожусь. Прогноз погоды, и расскажет нам его никто иной, как маленький мальчик из штата Теннесси. All I have to do is click this button. Это видео мальчик сделал для детского сада, в котором воспитанникам задали снять прогноз погоды. Мальчику повезло со своим отцом, который работает в видеопроизводстве. Ну и в результате получился вот такой симулятор погоды. Is there something behind me? Oh, this is more like it. А на этом все. Не спешите и не расстраивайтесь, какая бы погода ни была за окном. Пока. Pokemon, gotta catch 'em all.